Без воздушных ворот. Десятки авиарейсов отменены в аэропорту Амстердама из-за штурма в Северном море. Порывы ветра достигают 85 км в час, и поэтому часть взлетных полос в аэропорту Схипхол невозможно использовать. Одна только компания КЛМ решила отменить 100 рейсов. Некоторые перевели их в другие европейские города. А большинство неотмененных вылетов осуществляется с задержками.